Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту ОБОМ. С 3 мая он прекратил как бы работу на серфинге. Было обновление системы. Сейчас возобновил работы. Все замечательно, все работает. Но произошли тут некоторые у нас изменения. Значит, дашборд, как мы видим, баланс у нас здесь, как я поняла, это местная монета УБО. Валет, вот у меня 21 монета или 21 тысяча, вот что-то вот это непонятно. Так, USD баланс валет по нулям. Значит, вкладочка трансфер. Ой, трафик exchange. Вот здесь мы нажимаем старт. Все работает, как будто все это. Значит, но сегодня я написала в суппорт и написала под видео. У них есть видео на главной страничке. Видите, вот пошла рекламка. Вот под этим видео я написала комментарий. Так. Вот мой комментарий. Значит, сейчас объясню, что я написала. Здесь должна в меню, вот в этом, должна быть вкладочка «Трансфер». У меня этой вкладочки нет. Есть у иностранцев, как бы сейчас покажу. Вот видите, «Трансфер». У меня ее нет. И у многих ее нет. И я по этому поводу написала как бы суппорт и вот показала вам под видео. Ну а остальное здесь все так же. Так, стоп. Это я потом включу. Ну а все здесь то же самое. Краткое видео у меня есть на канале YouTube. Я, конечно, в работе. Виндрав. Я отсюда уже выводила $10. Вот я как раз вывела. Так, да, 3.05 я вывела, и 3.05 он уже к вечеру, как бы, начались обновления системы. Вот мой вывод. А, так, BTC, что-то здесь, вот смотрите, USD, и вот здесь у меня было $10. От Виндрав. Финиш. Ну, я получала, у меня видео записано, все нормально. Вот. Ну что, друзья, я в работе, конечно. Время, как говорится, деньги. И вот здесь есть вверху баланс. Вот. Вот это мои монеты. Здесь вот доллары. Здесь приз. Я не знаю, это будет отображаться, значит, сколько монет, что ли, или что. Это тоже еще неизвестно. Буду записывать видео по мере поступления новостей, потому что многие блогеры начнут это писать видео, конечно. Ну, работаем. Ну, смотрите сами, работать не работать. Это, как говорится, дело хозяйское. Я, конечно, буду работать. Продолжение, естественно, будет следовать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!